Возраст этой женщины 70 лет, она мать троих детей и, согласитесь, выглядит она превосходно. Каролина признается, что 28 лет назад была буквально зависима от сладкого. Большинство женщин после 50 лет считают, что невозможно сохранить фигуру и вес, она же уверяет, что все возможно, надо только действительно захотеть этого и трудиться, не покладая рук. И, надо признать, ее тело – лучшее подтверждение ее слов. С возрастом наш метаболизм замедляется. Это означает, что вы должны взять контроль над своим телом, принимать решения в пользу здоровья и работать над собой чуть больше. Вот уже 28 лет Каролина не ест сахар. Она нашла альтернативу – это ксилит. Он по сладости близок к сахарозе, но биологической ценности не имеет. Первое время было очень тяжело, ведь я была помешана на сладком и не могла без него. Я уверена, что именно благодаря тому, что я не ем сахар, мое здоровье в полном порядке и у меня нет лишнего веса. Она не призывает полностью отказываться от любимых блюд и напитков, все должно быть в меру. Важную роль играет и сон, начать что-то никогда не поздно. Женщинам возраста 20 и 30 лет Каролина советует жить полной жизнью. Будьте счастливы, радуйтесь успехам других и никогда не волнуйтесь по поводу возраста. Никого не слушайте, будьте собой. Да, жизнь далеко не идеальна, смиритесь с этим.